Да, конечно, все понятно. Да. Замечательно. А чем понравился? Да вообще всем понравилось. Просто отдохнули весело и хорошо. Угу. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, мы вот уже здесь, наверное, пятый раз, и вот этот спектакль мне не очень. Почему? Не знаю, как. Мало кукол. Тяжело детям воспринимать. Хитрый ежик был хороший, тигренок, отлично вообще. А этот вот что-то я не знаю. Слишком взрослый? Ну, наверное, да. Вот тебе понравилось? Не очень. Не понравилось, да? Скучно было? Я вам сказала, ну как-то да. Там были такие моменты, но это, они там дрались, вот смеялись. А так не угу. Спасибо большое. Чем понравился? Чем понравился, Юр? Чем тебе понравился спектакль? Давайте спросим на него. Давайте. Где ангел? Чем понравился? А, вот где ангел, мама? Ага. А чем тебе понравилось, что она красивая? Да. Угу. А все было понятно? Да. Угу. Чем, скажите, пожалуйста, а на какой возраст рассчитан спектакль? Как это было? Ну, вообще, ой, вот 6+, действительно, это серьезный такой спектакль, который вот учит добру и... Ангелы помогают, то есть. А нужно ребенка специально готовить перед спектаклем, рассказывать, о чем будет речь, чтобы он был. Да нет, я не думаю, что не обязательно, там сюжет достаточно понятен. Я думаю, что они все поняли. Спасибо большое. Помогают ангелы нам в жизни. Спасибо вам, пожалуйста. Вы думаете, вот с какого возраста можно вести ребенка, чтобы ему было все понятно? С 7 лет.